Всем привет! С вами Ирина. Сегодня мы будем с вами рассаживать вот это вот молодое растение. Их у нас два растения в одном горшочке. Так, название здесь у нас написано карандашиком. Я в названии видео напишу вам название этого растения. Это растение от Швертера. Я его просушила, и сейчас мы с вами достанем из горшочка и рассадим аккуратненько. Рост корешков вы видите, какой хороший. Так, я буквально хочу аккуратно разделить, потому что с другой стороны, чем дальше, тем больше корешков и тем сложнее будет рассадить, потому что корешки между собой сплетаются, переплетаются, и потом будет очень проблематично отделить растения. Для того, чтобы меньше травмировать, я все-таки решила это сделать сейчас и не откладывать в долгий ящик. Тем более, что сейчас весна, и все пересадки растения переносят гораздо легче. Ну вот, вы видите, казалось бы, молодые растения, а вот рассоединить их не так уж и просто, как оно кажется на первый взгляд, потому что действительно корешки вот между собой настолько переплетаются, что рассоединить растения становится не так-то уж и просто. Нужно немножко постараться и сделать это аккуратно, так чтобы мы с минимальным повреждением корней. Так, распутываем корешки. Эти туда, эти сюда. Вот так, ребят, не все так просто. Я думала, что это раз, достанем из горшочка и это быстренько просто рассоединим. А вот получилось. Получилось. Так, вот эта кора, которая корешки уже, вы видите, присоединились, ее желательно не отрывать, потому что вы знаете, что у корешков есть такие маленькие, очень мелкие такие усики, и этими усиками корешки хватаются за кору. Ну, вот таким вот образом. Так, тут у нас два горшочка. Мы посадим данное растение обратно в горшочек. Так, аккуратно с корешками у нас. Посадим так, чтобы растение было более-менее ровненько по центру горшочка. Вы видите, молодой листик так блестит. И вот этот, который растет, тоже такой красивый. Корешки хорошие. Она у меня до вечера постоит, и вечером я обязательно уже полью замачиванием эту орхидейку. С корнями у нас все хорошо, мы ничего такого не делали, абсолютно не вмешивались, скажем так, поэтому я ее смело могу полить. Единственное, что пусть немножечко постоит, и если мы повредили где-то случайно корешки, в любом случае какие-то микротрещинки у нас будут. Так, я вот эту более крупную еще возьму, мелочь оставлю. Вот так мы посадили с вами одно растение. Ой, а второе у нас упало. И сейчас мы посадим второе растение. Я сейчас возьму кору и добавим. Кора такая влажненькая. Я вот в эту вот кору буду садить. Так. Опять же, будем стараться с вами садить растения по центру горшочка. Кора у нас с добавлением
здесь угля. Вы видели, что растение посажено без мха. То есть вот в этом даже растении, да, мха совершенно не было. Есть такие орхидейки, которые сидят полностью в мхе. Вы уже об этом знаете. Вот Ирендоптин, к примеру, она у нас в мхе росла. Потом гигантейка у нас в мхе была. А это просто в кору и с добавлением ракушек, частичек. Вот мы с вами и посадили два растения, рассадили, и вот так вот они у нас сейчас выглядят. Растения очень классные, листики растут, супер, очень-очень классные растения, эти листики такие блестящие, отличные у нас молодые растения. Все, спасибо вам огромное, что вы пересаживали вместе со мной две вот такие вот замечательные орхидеюшки. Это скрещенные две орхидейки, поэтому какое будет цветение, всегда будет сюрприз. Так что в комментариях, я думаю, можете не писать, как они цветут. Я вам добавлю фотографии в группе ВКонтакте, как варианты цветения, ну то бишь цветок, как выглядит мама, как выглядит папа, вот, а что у нас в итоге получится, это всегда, конечно же, у нас сюрприз. Так что только нужно дожидаться цветения однозначно, чтобы увидеть, что же получилось вследствие скрещивания двух вот этих вот орхидей, которые у нас вот указаны на бирочке. Ну, а я буду с вами прощаться. Спасибо всем огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока-пока.